Добрый вечер, дорогие друзья. Делаем отлов заказчику подрощенного малька. Ему 1.5 месяца. Приученный к овощной диете. Очень любит крупы. С питанием затратным проблем не будет вообще. Кушает очень хорошо. Ну, мотыля или гамарус, конечно, нужно давать, белок им тоже нужен. Но морковку, тыкву они кушают с самого-самого раннего детства. Поэтому без нее не могут. Такие вот красавцы. Завтра поедут в новый водоем. И будут там уже подрастать. Ну, месяца через два они уже будут вполне себе маточным стадом. Пишите, звоните, заказывайте. Малька хватит. Есть все размеры, любое количество. Всем хорошего дня, хорошего вечера. Будьте здоровы!